Догупилчане уже сейчас могут готовиться к зимним радостям и осваивать основные навыки игры в хоккей, не ожидая наступления морозной погоды. Даже неумение кататься на коньках теперь не преграда, чтобы почувствовать себя в роли звезды хоккея. Эту возможность дает новая спортивная площадка, которую соорудили у Ледового дворца. Вначале площадка задумывалась для профессионального использования, чтобы спортсмены могли оттачивать свое мастерство и вне ледового поля. Однако, когда строительные работы подошли к концу, стало ясно, что объект будет интересен не только профессионалам, но и любителям. Приходить сюда могут дети любого возраста, как воспитанники спортшколы, так и все те, кому это интересно. Площадка оборудована несколькими воротами для тренировки техники бросков и специальным покрытием, которое имитирует скольжение по льду. Все это построено при поддержке Даугавпилсской городской думы и управления спортом. Площадка будет доступна на протяжении всего календарного года, вне зависимости от погодных условий. Все, что нужно для тренировки – клюшка и шайба. У кого этой экипировки нет, могут все это купить в магазине Ледового дворца. Но главное – это желание тренироваться и воспитывать характер. Те, кто занимается в спортшколе, обучены технике игры и бросков. Мы надеемся, что у детей появится желание самостоятельной работы. Наша задача – научить их работать над собой, индивидуально, и этот проект будет этому способствовать. Сюжет подготовлен специалистами отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.